Лайф. Доброе утро, город. Утро у нас доброе, это день открывает игрок номер один. Доброе утро, город. Сегодня расскажу, как я в Шабан ехала с моим папой в Кеннерит. Если честно, Кеннерит очень поднялась, она очень красивая. Но там был мусор, я это тоже могу рассказать, но не сейчас. Планились, там были много чаек и очень красиво. Потом мы начали ехать, и потом увидели такое что-то, что можно туда заходить, и там тоже Кеннерит, и там прям все зеленое, много деревьев, там вообще бы не было людей. И там прям можно подходить к Кеннерит, трогать и даже купаться, но не надо. И вот там, что хорошо, что там не было много бутылок и все это, а там было. Когда я смотрю на эту красоту и, ну, зелень и вода, и потом на бутылке, я понимаю, что я не люблю людей, я вообще уже давно не люблю людей. Могу даже сказать, что они на все испортили, даже что я людей. Было бы хорошо без них. Это время. Игрок номер два. Эмоциональная речь. Было бы хорошо без людей. Прикольно. Не, ну, в принципе, на школе тоже проходили такую тему о загрязнении природы. И у нас сейчас в неделя, когда мы помогаем природе, самое обидное было то, что мы делали с рекорд, это когда выбирается два ханики, которые должны убирать куфар. Нашу определенную обстановку мы должны были убирать места. И то дело то, что утром мы не делаем это обычно. Мне позвонил мой директор и сказал то, что я должна сейчас пойти это убирать вместе с Заником. Заники не пошли убирать, в том-то дело то, что у наших очень чисто было, а у Заников было ужасно. Проводили неделю, они рассказывали, как это вредить плохо природе, они делали. И поэтому, когда они пришли нам делать какой-то пилют, мы просто вытеснили нам все, потому что мне реально было обидно убирать это все утром. Потому что там было очень много мусора и очень много всяких бутылок, и они объясняли нам, как это плохо. И я просто на них так все вынесла, и моя группа тупо раздолбила их на две части. Вот. Поэтому загрязнение природы — это плохо. Игрок номер три. Доброе утро, город. Такая у первого игрока такая человеколюбивая речь очень. Мне, ну, вообще, это высокая, типа, тема такая, серьезная. Мне нравится, когда об этом разговаривают, потому что это, правда, очень важно. И мне нравится, что, типа, эта тема была поднята. Вот, и так прям тоже очень человеколюбиво, особенно представители 7 класса были очень, ну, займ. Да, что, типа, что мы их тоже всех очень любим, и как бы... Мне кажется, что немножко не с той стороны подошла, типа, к этой теме игрок номер два. Но в целом, типа, я поиграю с игроком номер один за эмоционал. Вообще, мне понравилось про Кеннерит, и очень красиво, я себе прям представляю. Вот. А с игроком номер два я упакую меня за скобку, потому что вы так вот... Вот мы их раздолбили на две части, прям всех там пополам вообще. Но мне прям и страшно три, стало. И игрок номер четыре. Доброе утро, игрок номер один. Если бы не было людей, с кем бы вы играли в мафию? Ладно, шутка. Речь мне понравилась, несмотря на то, что да, такое как бы всех людей убрать. Я согласна, люди вообще все портят. Вообще. И даже в мафии люди портят. Так, тема Кеннерит — это очень-очень актуально. Когда меня заливает тут вот в январе, там в декабре, мабулим бывает, ты бежишь по улице, до трусов мокрый, думаешь, я стерплю все только ради Кеннерит. Это все ради Кеннерит, чтобы Кеннерит была довольна. Не, на самом деле, слава богу, что она поднялась, и то, что нашли чистенькие уголочки, я с вами играю. Тема понравилась, двоечка. Действительно, как-то вот так агрессивно, всех порвали, зайники, шмайники, пилут, ханхим. А если кто-то не понимает иврит, вообще может подумать, что это страшный заговор какой-то. Тройка. Я теперь поняла, почему мой сын все время говорит типа. Я говорю, я тебя буду штрафовать за каждое типа. Шучу. Ваша речь получше. Но вы как бы влезли вот в паровозик тематически, но вы с двоечкой с осторожностью, а с единицей. Я позиционно с вами играю. И команда. Доброе утро, город. Что какая-то тема экологически поднялась. Я как бы за чистую планету, и да, тоже против людей, но... Не знаю, слишком уж вы идейно взялись, дамочки. Я даже не знаю, как вас разбавить. Единички на речь мне зашла. А как бы выбирать мне не хочется, мне как бы одинаково не очень понравились. Я, наверное, поиграю только с единицей, потому что я не нахожу ни два, ни три, ни четыре черные, но вот как-то эмоционально вы мне не зашли. Вот не по душе. Я потом разберусь, что не так,
Нет, ты в принципе моя любовь, но вот и с единичкой поиграю так. Пока что 1-5 такая команда. Давайте я в следующем кругу еще рассмотрю. А еще поедем с вами домой, так и быть в этот раз. 10 секунд. Пешком хотите? Я не могу пешком ходить. Это время, 6. Доброе утро, город. Игрок номер 1 поиграю, хорошие речи. Да, действительно, людям стоит более дружелюбно относиться к природе, иначе природа имеет право ядовито высказывать людям свое мнение о них. Игрок номер 2, мне не понравилась тема, и мне не понравилось. Она говорила о красоте природы. Вы вошли очень агрессивно. Плюс вы всю свою речь говорили, вы не нашли даже 5 секунд сказать, играете вы с единицей или нет, потом показывали жестом. Мы здесь играем в мафию, а не в спасите планету, поэтому с 2 не играю. Игрок номер 3 правильно оставил двойку за скобками, поэтому с 3 я играю. 4. Влезает на 3. Нет, ну я все-таки с вами поиграю. Мне это очень подозрительно. Тем более, что опять 90% о себе. И только вот последние 2 секунды. Ах да, мне еще по столу сказать надо. Мне это тоже не понравилось. Поэтому 1 играю, 3 играю. 5 мне нравится как бы своей подозрительностью. Я бы с ней поиграла, если бы она не играла стройкой. Лично я 1, 3 и 5. И как бы, ну 5 не играет, 3 это единственное, что мне мешает. 1. Это время. Игрок номер 7. Доброе утро, город. Я присоединился к ведущему оратору, проиграю 1, 3, 5, 7, 5, 6, 7. Вы уже все сказали. До меня поговорил клуб ненавистников людей. Античеловеческий, можно сказать. Вот. Зайники меня, кажется, я догадываюсь, о чем идет речь. Хорошо, что только не переводите это с иврита, пожалуйста. Вот. У меня еще есть время, мне купили половину моей речи. Есть такие игроки, Вася Красный и Ириска, привет. Передают Карабельскому клубу привет и поздравления. Вот. Я на этом ожидал спасибо, что-то такое. 10 секунд. Вот. В оставшиеся 10 секунд хочу пожелать победы города. И я тоже красный игрок. Спасибо. Игрок номер 8. Отлично, я просто не поняла, то ли вы передаете вот сюда вот привет для Васи Красного и Риски, то ли вы передаете нам сюда от них привет, вот это было. А, ну тогда вот. Значит, играю 1-2, потому что мне кажется, они поговорили об одном и том же, и вы говорите, что двойка поговорила там агрессивно, у единицы тоже, знаете, конец речи был тоже такой не очень дружелюбный, я бы сказала. Поэтому так их как-то разделять и говорить, что вот единица там покраснее, 2 нет, мне они кажутся на одном примерно уровне. Тройка, мне что-то речь не понравилась, не эмоционально, не то, что вот с двойкой не поиграла. С двойкой многие не поиграли, но вот с тройки это как-то началось. Четверка втыкала тройки, потом с ней поиграла по ее позиции. В общем, 3-4 мне как-то не нравится. 5-6-7 поговорили по красному. Просто команду не ту берут, играют с тройкой. Поэтому 5-6-7 я их... Доброе утро, город. Ну, здесь вот тема единички прошлась аж как-то вот до семерки. Я вот сижу и думаю, что такое кинерят? Вот сижу и думаю, не понимаю. В общем, честно, в речи единички было много слов на иврите, поэтому, честно, я вашу речь как бы частично не понял. Поэтому с вами пока поиграть не могу, 2 мне так не зашла. Вот 3 играет с 1, но 3 мне речь, в принципе, понравилась, 3 поиграть могу. Также мне понравилась четверка, то есть 3-4 я пока играю, 1-2 не играю. А вот дальше 5 играет только с 1, там 3-4 оставляю за скобками, плюс мне говорит, почему вы как... Ну, говорите, объясню потом. Если у вас было время, почему вы на свои минуты не объяснили, почему 2-3-4 не играете, то есть 3-4. 5 мне не нравится, 6 как бы вроде и заметила насчет двойки, но как бы по позициям вот у нас разбегаются позиции. Ну то есть пока я поиграю только 3-4, 8 говорит, что для нее 1-2 красная, 3 нет, хоть у меня абсолютно все наоборот. Ну и 7 как-то не знаю. И пока только 3-4. Доброе утро, город. Ну, один, почему хорошая речь была, то, что она в конце с хорошим эмоционалом, то, что она сказала там против людей, я такого не скажу, потому что это по-черному. Вот. Ну, в общем, мне, смотрите, вот 5 мне понравилось, 5 поиграла с 1-6, и 8 почему-то вы напутали, сказали, что 5 играла с 3. 5 не играла с 3, она только с единицей играла. Мне, в принципе, понравилось 1, 5, 6,
6-8, но 6 и 8, от чего-то вы попутали и говорите, что пятерка с тройкой играла. Ну, не знаю, может, это оговорка. И 7 я осторожно. 7 осторожно поиграю с 9. А вот я попросил бы двойку на проверку. Хотел бы двойку на проверку. 10 секунд. Играю 1, 5, 6. Ну, в общем, вот выкидываю 2, 3, 4, а вот эту сторону я играю. И 1. Спасибо, пап. Никто не был выставлен. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся под ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Ваша крайняя и право лучшего хода. Я пятшевый. Проверила игрока номер 8, черный. Ладно, не, провокация, плохо вышло. Проверила 10, 10 черный. Мне надо лучше ход. 10. Ну, не знаю еще кого. Это фол игрок номер 10? Да, шериф. 10, 5 и... Шесть, я не знаю, 6... 5, 6, 10 принято как лучший фол. Смотрите, я не знаю, 6, я просто выбрала кого-то, для меня 5, 10, самый черный 5, так, точнее, там. Я шериф, я не буду откатывать, и вы не шериф. Кого вы проверили? Два черные. И это время. Мы прощаемся с игроком. Это где не открывает игрок номер 2. Оставляю как раз минут 10. 10 принято. Может быть, еще послушаем. Если вы проверили меня черное, значит, окей, до свидания. Вы не мой шериф. Пока что играю с игроком номер 3. Объясняю свою речь. Почему я говорила про именно то, что жестко выставляла, то, что мне было плохо из-за того, что я убираю, потому что мне неприятно то, что портят свиву, которые мы то же самое отделяем пластик от бутылки и выкидываем это, они это сидят портят, потому что наша школа действительно очень красивая, и там очень много природы. Я выкидываю пластик уже без всякого, поэтому не надо мне вот тут. Играю с игроком номер 8, пока что, и 3. Дальше будем смотреть, потому что пока что мне никто не понравился, потому что все меня уже жестко отбили, может быть, поменять свое мнение. И еще раз повторяю, потому что мне реально было обидно, то, что я это убирала в 6 утра, все это за них, поэтому мне реально было злость на это, и то, что они портили. Дальше, с кем я, почему ни с кем не играю из этих, потому что вы меня били, то, секунд. Что я такая плохая, что у меня был злость. Кто для меня красный, с кем я другу. 3 и 8. Тому. И это время. Она ушла. 3. Доброе утро, город. Так, лучший ход мне 5 мне тоже не нравится. То есть 10, я просто, надо определиться с шрифтом, я пока не знаю. Но, в общем, лучший ход такой, что 10, 5 и 6. 6, мне кажется, вообще пальцем в небо. И мне понравилось, как говорила шестерка. И мне из-за этого не понравился 9, который сказал, что 6, вообще он напутал ее речь, и 9 сказал какие-то странные команды, хотя 9 всегда, ну, то есть, типа, всегда хорошо раскладывать стол, а здесь напутали. Я понимаю, 6 красный, но, типа, вы там сказали 3-4, там что-то там 6, вот сказала 3-4, и вы просто команду назвали, я сейчас не могу ее повторить, но вы ее назвали странную, я это подметила. 8, мне очень понравилось, как на провокацию отреагировал, просто такая, окей, типа, но это было забавно. Вот, мне надо определиться с шерифом, мне нравится сейчас 6, 8. Это время, игрок номер 4. Доброе утро, Элис, красный игрок. Смотрите, тройка, но
как бы вы пытаетесь вот сейчас раскачивать лодку, в которой я хотела бы, конечно, поиграть. Мне девятка понравилась. Вы не играете с девять? То есть, получается, позиционно начинается разбег. Но восемь, я согласна, очень хорошо прореагировала на провокацию, спокойно. То есть не стала вообще, даже брови не повела. Я позволю себе за это с вами поиграть, за вашу реакцию на провокацию. Но с девяткой я пока играю, я сейчас послушаю его. С вами я, наверное, продолжу играть, но как-то начинается... Я контрольно выставляю игрока номер два, вы всю речь свою оправдывались. Оправдывались. Да, вы успели сказать, что 3-8 играете, конечно. Они тоже сейчас играют, я понимаю, что вы к ним... Шестерка очень хорошо раскладывала. Пять хоть со мной не играет, сидит по-красному. Семь не знаю. Не знаю я вас. А вот с шерифством что-то я не поняла. Что, самострелом уходила? Вы шериф? Вы... Я поняла. 3, 8, 9. Чуть мне не верится в 400 десятки. Ну, не хочется мне верить. Тем более, двойку вот назвала кого-нибудь другого черного. Ну, это кровинушку, ну нет. Ну, такая красненькая. Не вижу я в ней черного. А восьмерка, как бы, на то, что она отреагировала, это не значит. Ну, не знаю, я не вижу красной реакции. Я вообще буду параноить восьмерку. И Элвиса буду параноить. А тебя не буду. Пас. Игрок на 6. Девятка неплохая. Это хол после слова пас. Доброе утро, город. Мне нравится выставление игрока номер 2, которая ужасно поговорила по прошлому кругу, и поэтому мне, я ее контрольно выставляю. И, значит так, нелогично, что собострел в первую ночь, это нелогично. Но, с другой стороны, в шерифство десятки как бы тоже не очень верится, потому что я же и просила десятку на проверку, если кто-то не помнит. Но так как вы хотите быть шерифом, то хорошо, мы сейчас будем всем столом радостно сносить очень плохо разговаривающую вашу черную проверку. А в следующем кругу мы уже по правилу баланса займемся вам, любимым. Кто у вас третий? Ну, не знаю. Я по прошлому кругу параноила 4, но сейчас вроде поговорила получше. Буду прислушиваться. 10 секунд. Это все, по сути. Спасибо, пас. Игрок номер 7. Зачем он по балансу? Он же должен отстрелиться. Он же настоящий шериф, он должен отстрелиться. А для чего это еще? Игрок номер 2. 2 стоит. Видите, как я вас поддерживаю. Стрельнитесь ночью, докажите свою красноту. Окраснитесь, пожалуйста. Вот. Но вы, к сожалению, вы не спасете свою кровинушку черненькую. Я не знаю. А что, надо думать в этой ситуации? Веган номер 3. Я вот с вами поддержу ее. Это не я, это она. Если что, к ней претензии. Мы на доверие играем. Что? Нельзя на доверие поиграть? С кем? 10 секунд. С ней нет. Я просто в спине дал покрутить, она решила, что я теперь тебе забуду. Ладно, это бред. Короче, сейчас буду голосовать 2. Игрок на 8. Мне все-таки для меня единица больше шериф. Потому что она там кинула в меня провокацию. Ну, смотрите, реакция на провокацию, она не может окраснеть, она может очернить. А краснеть мы уже как-то опытным путем вывели, что окрасниться реакцией на провокацию невозможно. Ну, не важно. Просто вы думаете, что это черный игрок, который ушел самострелом, нашел шерифа, и шерифа дал черной проверкой? Вы поговорите, вот я хочу вас послушать. Потому что десятка, получается, что если шериф, и сейчас мы выносим 2, как черную проверку второго шерифа, но еще критики нет, еще можно так сыграть. Но мне сейчас не понравился вот этот замут между 5, 7 и 3. То есть семерка выставляет тройку, тройка вообще тут... Игрок, который вне замеса. Сейчас мы разбираемся в цветах 1, 2, 10. 3 тут ни при чем. А вы выставляете тройку, причем с посыла пятерки. Пятерка сказала, да. Пятерка, кстати, сказала не запретное слово на букву П, а она сказала вас. Она сказала, она обратилась к психопатке на ты и поправилась вас. Тут сейчас даже без споров входит 2. То есть у нас за словом шериф. Даже если вдруг это лже-шериф, у нас критики нет, и окей, пусть будет его черная проверка. Тем более, я не понимаю, ну, я верю десятке, потому что он сказал, я проверю 2. Он 2 проверил, как бы, и после того, как один оставляет в лучшем ходу свою, например, черную проверку, да, и еще и шестерку, которую шестерка просила проверить 10, тогда если 10 нашелся черным, 6 должна находиться красной. А 6 и 10 она оставляет в одном лучшем ходу, поэтому я в шестерку единицы не верю.
дальше, окей, я верю, что два черные, по речам, и черная проверка шериф, пока, которому я верю. И вот эта замут пятерки, она пытается только-то двойки голоса убрать и как-то тройку вынести. Зачем? У нас пока в любом случае критики нет, уходит только два. Почему здесь шериф? Я только что это объяснила, вы меня вообще не слушали? То есть у меня подозрение на 2,5. Здесь для меня пока больше шериф, не знаю, посмотрим еще на него проверку. И даже если он не встретится, ну, две версии он должен быть. Доброе утро, город. Ну, во-первых, выставляю игрока номер 2, как стоит свою черную проверку. Теперь объясняю. Игрок номер 1 не ушел самострелом. Не ушел самострелом. Ему уже шериф маяковал по просыпанию до того, как был объявлен отстрел. Она прикрывает шерифа, прикрывала уже шерифа, который остается за столом. Что вам непонятно? До, когда она проснулась, и уже шериф моргнул, как в своей красной проверке. Откуда ж я знаю, что вы меня спрашиваете? Я, вот у меня такая версия. Почему? А что, как я еще могу это обосновать? Что, кого стрелять? Ну, давайте 8 застрелим, что вы хотите от меня? 10 секунд. Давайте я 8 проверю. Тройку кого? Я хотел вообще 3 проверить. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки 10, 2, 3. Голосуем в порядке 10, 2, 3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Спасибо, принято. 3 голоса. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 2? Спасибо, принято. 6 голосов. 0 голосов уходит игроку номер 3. Игрок номер 2, ваша крайняя. Ну, любите, уже шериф это 10. Единица была шерифом, который его убили. Я не понимаю вот эти вот вот эти штучки. Я уже ничего не могу с ним поделать, ну ладно. 5 кто? Да, вроде. Мать? Ну что, она моя мать. Она всегда черная. Что ты? Что ты? Какой ты мат сказал? Обращайтесь на вы. Извиняюсь, какой. Да, спасибо, давай еще пол. Те. Еще пол. А, пятерочка. Пятерка черная. Пятерка черная. Шестерка черная. Семерка черная. Восьмерка черная. Десятка черная. Двойка тоже черная, хорошо. 10 секунд. То 9? 9 черная. 10 черная, ребята. Весь мир черный. Не закрутите мир, я вас умоляю. И это время. Не будьте как правильники. Мы прощаемся с игроком. Скоро не наступает ночь. Надеваем маски, ладно, садимся в поз ночного жителя. Голова опущена, руки на плечах. Не общаемся здесь. Значит, мне не нравится 5, мне 9 очень странно, он говорил, что 10 для него шериф, потом типа, а сейчас вы как думаете, 10 шериф? Нет? 10 черный. Для меня, как бы, тоже, я не знаю, мне больше верится в шерифство единицы, хотя она очень странно типа себя вела на своей последней минуте. Вот, мне нравится 6, нравится 8 пока. И 7 мне тоже не нравится, а 9 я вот очень хочу разобраться, потому что что-то переобувается много раз, меня это напрягает. И 4 я тоже очень хочу послушать, что-то у меня настораживает в последнее время. Я думаю, 1. Выставили 10, ну просто... И это время, игрок номер 4. Доброе утро. Ну, я не призываю вас к фолу, но
чем я вас насторожила? Я после вас поговорила дважды. Первый раз я вас не настораживала, второй раз насторожила. При том, что шестерка, наоборот, сказала, что второй раз я лучше поговорила. Ну, хорошо. Тут вообще начинается какой-то уже развал шатания. Я понимаю, я играю с вами просто позиционно. Я играла с вами, и вы красная проверка. Поэтому я с вами продолжаю играть. Чего я вам не нравлюсь, ладно? Дело личное. Пятерка. Черная. То, что двойку уходила, оставляла ее черной. В шерифство. Кто шериф? Честно говоря, похоже, что, конечно, единица была шерифом. Но странно, все, опытный игрок, несмотря на возраст. Могла быстро так уйти. Я, конечно, не верю, что она прикрывала. В это я не верю, в прикрытие. Так, подождите. 10 секунд? Нет, вы не черный, извините. Вы для меня красная. Шестерка тоже красная. Ну, 7. Я просто не понимаю ваших. Ну, как бы позиционно не играю, с 8 играю. Там время. У меня игрок номер 5. Доброе утро, город. Оставляю игрока номер 10. 10 принято. Я не понимаю, почему я для тройки черная, если я не выставляла десятку, я в нем голосовала. Вот, если вы не верите в шерифство, я голосую в десятку, в меньшинстве, кстати. Я почему-то черная, это очень странно. А то, что десятка вас называют красной, так это вам не к лицу. Учитывая репутацию десятки в этом клубе. Вот, с девяткой я теперь играю. Семерка, раз он говорит, что он красный, тоже с ним поиграю. Дамочек по паранойе пока. Вот красная? Целого паранойя. И я хотела бы ведущий, чтобы пересмотрел видяху. Я в последний раз не говорила то слово, за которое меня арестовали. Я сказала вас. Вот восьмерка права. Кстати, вот, за это я с восьмеркой поиграю. Спасибо, дамочка. Нет, я буду с вами. Нет, я буду. Кого проверить? Доброе утро, город. Десятку, контрольно выставляю десятку по простой причине. И когда у нас закончили разбираться с проверками, в баланс уходит и оставшийся шериф. Если это шериф, во что я, простите, как говорил Станиславский, не верю. Но следующим моим подозреванием будет игрок номер 4. Сейчас объясню, почему. Во-первых, двойка, когда уходила подсознательно, как будто вот подсознательно, отчет черных, черный, начала с пятерки. Четверку она не упомянула, мне это насторожило. Это во-первых, а во-вторых, когда четверка говорила, игрок номер 10 прям вот старательно объяснял ей, это красная проверка. Такое ощущение, что я знаю, из-за чего был не сострел. И вот старательно, вот, ну поймите же, наконец, в кого надо стрелять. Это выглядело как очень откровенная коммуникация. Так что четверка для меня тот самый третий маф. Ну, это опять же мое впечатление. И это время. Игрок номер 7. Какой третий? По какому шерифу? Игрок номер 6. По какому шерифу у вас третий маф, четвертый? Подождите. Давайте я повторю речь десятки. То есть... По версии десятки, сидит такая единица, просыпается утром острельный, говорит, ему подбегнул какой-то шериф и дал его красной проверкой. И он такой, окей, десятка. Вот вы должны были говорить на моей речи, чтобы никто не услышал, что я сказал. Кто-то услышал, что я сказал? Вы поняли, что я сказал? Ну вот видите. Вы закашляли мою речь, понимаете, цензура. То есть понимаете по версии десятки, что произошло? Выдвигаю номер 10. Вы понимаете, стоит. Что по версии десятки произошло? Игрок номер 1 отстрелился ночью, он просыпается, ему подмигает какой-то шериф, что он красная проверка, он такой, окей, я шериф, 10 проверенный черный, понимаете? А по версии десятки еще настоящий шериф остался в игре. То есть у меня разрыв мозга. Игрок номер 8. То есть десятка сейчас уходит. Потому что по версии десятки два черных покинуло стол. Потому что нет такого, что единица простой красный игрок, которому вскрылся лже-шериф, который на единицу дал отстрел, а потом сам ему подмигивает, да? А единица говорит, о, у меня 10 черная проверка. Не надо мной повторять. Значит, теперь игрок номер 6. Вот у вас, значит, давайте начнем сначала. Двойка черный игрок, который как бы подсознательно упускает второго черного игрока из речи. Это игрок номер 4. Правильно я вас повторяю? То есть двойка у нас черный игрок. Двойка у нас черный игрок по версии игрока номер 10. Угу. То есть для вас 10 игрок, шериф? А, это разбег такой. То есть сидит один черный, говорит, я шериф 2, моя черная проверка, да, и снимает игрока номер 2, зная, что следом за ним уходит он. 10 секунд. Ну,
я извиняюсь, я по такой версии играть не буду. Сейчас уходит игрок номер 10, а игрок номер 6 у меня сейчас под большим вопросом. Спасибо, пас. Игрок номер 9. Начнем с того, что, несмотря на, даже если один шериф или 10, обе версии просто ужасны. Реально, и здесь, ну, реально обе версии ужасны. 10 говорит, один ушла не самострелом, шериф сказал, что она красная проверка, и будучи просто красная проверка, она говорит, что 10 черный. 10 в таком случае просто весь так выставлен. Хотите 10-6 попилить? Почему 10-6, если 10-6 это разные команды? 6 не верит в шерифство десятки, плюс Эль говорила, что 10 это на проверку просила. Я не верю, что это разбег. Для меня 6 покраснее, выставляю игрока номер 10. Стоит? Не знаю, я буду выносить 10, я в такое не могу поверить. Никакой красный игрок не будет просто красным, не шерифом, уходить, не откатывая, говорить черную проверку. Не знаю, я буду голосовать в 10, соответственно, если... Доброе утро, город. Ну, во-первых, вы сами сказали, что никакой игрок не будет так делать. Это раз. Во-вторых, что непонятно. Защитить шерифа, чтобы он посидел как можно дольше. Теперь я понимаю, что мои как бы дни обречены. Я даже не хочу оправдываться. Я единственное, что сейчас вот думаю, вот моя красная проверка 3. У меня нету черных проверок. Но есть игроки, против которых играет моя красная проверка. Это 5-9. Одного из них я хочу выставить. Даже сейчас не знаю кого, но вот 9 более агрессивно играет, не верит в мое шерифство, играет против моей красной проверки, выставляю игрока номер 9. Я понимаю. Да, но вы же играете против меня, вы сейчас все... И против моей красной проверки. И моя красная проверка играет против вас. Вот, и я понимаю, что я сейчас уйду, но я хочу обозначить против вас. Не пас. Мы переходим на голосование. Голосование выставлены игроки. 10-9. Голосуем в порядке 10-9. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 10? Принято 7 голосов. Поставьте руку, кто не голосовал. Игрок номер 9, 1 голос. Игрок номер 10, ваша крайняя. Ну, в общем, все. Давайте лучший ход я дам. Так. Что ты? 3 красная проверка моя. Что вы меня морочите? Вы можете не верить в мое шерифство, но я, может быть, по вашей версии не шериф, но я не идиот, во всяком случае. Вот. Давайте так, скажем, 5-6-9. Вот так вот. 5-6-9 будет мой лучший ход. Что? А, да, 2. Но кто-то я хочу 3. Там нету 3 черных. Что вы имеете? Кто единица? Я говорил уже, что единица красная. Я говорил, что единица красная. Снова вы меня на меня завалили. Я с самого начала сказал, что единица красная, которую уже шериф заигрывал. А 5-6-9 нету 3 черных. Я имею в виду, что среди 5-6-9 есть 2 черных. Спасибо за понимание. В городе наступает ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Мне просто кажется, что мафия не знала, в кого стрелять, поэтому стрельнула, знаете, самый, типа, высокий номер. Ну, вот это. Ну, первый номер, короче. И поняли, да? Я вообще не понимаю, что происходит. Не жаль. Mm-hmm.
мне нечего сказать, правда. Я не знаю, что происходит. Мне кажется, что я пытаюсь сейчас разобраться. Прямо сейчас. Значит, я призываю всех слушать. Потому что вот послушайте 4, например. Потому что 4, я помню, просто мне вот и почему. Время. Мы прощаемся с игроком. Этот день открывает игрок номер 4. Сколько можно? Ну, первый раз она не сказала. Я спрашивала, что не нравится в Игричах. Опять не успела сказать, что не нравится в Игричах. Так, ну понятно, вот это вот цирк десятки. Мы вынесли лжешерифа. Вынесли, слава богу. Значит, минус один черный. Двойка тоже уходила. Причем мне понравилось. Двойка его проверенная черный, но потом он начал что-то такое, вообще количество ночей уже перепутал. Так, у нас за столом. А мы могли ошибиться, двойку вынести красную? Ну, черная двойка, это десятка точно уходила по черному, без вопросов. Вот теперь двойка. Просто вопрос, у нас одна мафия за столом или две? Нас 6 человек. Пилим, поднимаем двоих. По-любому бесшерифская игра. Так, смотрите. 10 секунд. Ну, двойка говорила, что вы черный, я с вами играю. Я тогда рискну выставлять игрока номер 6. 6 принято. А вы скажете, с кем вы пилитесь, и там уже тогда решим. Это время, игрок номер 5. Доброе утро, город. Так они, смотри, они так разбегаются, думаете? Оставляю игрока номер 4. 4 принято. Пойдете вместе с шестеркой? Что за бредня? Восьмерка, вы мне сейчас не нравитесь. А почему все так согласны с этим? Минуточку. Мне не нравится шестерка и четверка. Я да, согласна. Почему все согласны? Они должны быть против. Они не должны быть против подниматься вместе. Так они не против. Нет, ну да, но они должны быть против подниматься вместе, если они вместе черные. Значит, что-то не так. Да, да. Но все равно поднимаем. Да? Ну хорошо. Окей. Значит, 9. 9, 4, 5 голосуют в 6, а 7, 8, 6 голосуют в 4. Спасибо, пас. Игрок номер 6. Повторяю. 4, 5 и 9 голосуют в меня. 6, 7, 8 голосуют в 4. Контрольно выставляю 4. Который игрок номер 10 по прошлому раунду очень доходчиво пытался пояснить. Это красная проверка. Нет, надо стрелять. Кстати говоря, госпожа Мирабель, конечно, я не буду против встать с игроком номер 4 на попиле, потому что обожаю вставать на попиле с мафами. Это для меня любимый момент за столом. Мне это доставляет удовольствие. Понимаете? У нее была коммуникация с десяткой. Откровенно. И иногда, когда два мафа пытаются разбежаться или очернуть друг друга как-то и спасти свою шкуру, и третий маф сидит с абсолютно невинным видом. И его не видят, в то время как остальные рубятся. Спасибо, Пас. И вот он сеть. Как страшно было за этим столом. Мне страшно. Вы хотите подняться с четверкой? То есть мне надо удовлетворить ваше желание, да? Ладно, я вас удовлетворю. Кого я голосую? 4. Кошмар какой. Я боюсь проиграть, серьезно. 10 в десятке вдруг появилась новая информация, что единица, оказывается, красная была. Наш шрифт был непредсказуемый. Была бы еще одна ночь, он бы опять посерьезнее вообще. 10 секунд. Кто я такой, чтобы отказать вам в вашем желании? Я проголосую. Но вы уверены, что вы не ошиблись? А вдруг? А вдруг 5? Мя, 8. Вот лично я не уверена. Это нам сейчас поднимем 4, 6. И если они обе красные, а 5-7, допустим, мафия вместе. Почем 5-7, потому что вы против тройки играли. 5 показала выставить 3, а 7 выставил. Но не важно, 4, 6 хотят вставать вместе.
Пусть они встают вместе. Шестерка хотела с четверкой вставать еще на том круге, когда десятка сидел за столом. И мне не надо объяснять, что вы очень любите вставать с черными. У вас 10 однозначно черный игрок, а игрок номер 4 – игрок, который теоретически может быть красным. А вы почему-то хотели вставать только с 4, но не с 10. При том, что 10 сидел черным за столом. И 10 все равно уходил в баланс. Это фол. Каким образом, если вы собирались пилиться с четверкой и оставлять 10 за столом? И я вам еще показывала, кто у вас шериф? Единица. Тогда кто черный? 10. Тогда пилишься с 10? Нет, плюс 4. Поэтому 6 для меня сейчас уходит. Хочет уходить 4? Нет проблем, пусть уходит 4. Если они обе красные, ну, значит, вы молодцы. Есть мягкий в этом здесь. Не знаю, все-таки для меня 6 красный игрок. Потому что 6 нулевого круга просила проверку в десятку. И в итоге так она в него и топила всю игру, даже когда он скрылся с шерифом. Поэтому 10 для меня уходил черным игроком, а 6 в него всю игру топила, поэтому 6 для меня покраснее. Сейчас 8 говорит, что для нее 6 однозначно мафия. Как бы вроде аргументировала, а вроде не знаю. Для меня 6 как бы покраснее. То есть, окей, я голосую в шестерку. Вообще пила хорошо озвучен, то есть я должен голосовать у игрока, которого считаю красным. Давайте повторю, попил 4, 5, 9, 6, 5, 7, 8. Ну, в любом случае у нас, если команда 5 и 7, секунд. Они в итоге все равно... Нет. В общем, ладно, попил оставляем, не трогаем, 4, 5, 9, 6, 6, 7, 8, 4. И это время. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 6-4. Голосуем в порядке 6-4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо, принято. 3 голоса. Поставьте руки. Я голосовал 3 голоса игроку номер 4. По 30 секунд. Игрок номер 6. Голосуем точно так же. 4, 5, 9. Голосуйте в меня. Да, я давала. Я просила десятку на проверку. Да, я свои позиции уже озвучила. Это все. Я сейчас стану с игроком, который для меня очень-очень черный. 10 секунд. Если мы два зарубившихся красных, во что лично я не верю, то позор мне. Спасибо, пас. Игрок номер 4. Доброе утро. Вставать с черным игроком во имя спасения города вы приписываете всегда себе. Вот я люблю вставать с черным. Все любят. Я с удовольствием стану с черным. Да? И зачем, я не поняла, вы опять этот попил озвучили? А что может измениться за 30 секунд? Мы что, идиоты, что ли, что сейчас перепутаем то, в кого голосуют? Поэтому, да, голосуем так же. 10 секунд. И радостно встаем. Красный с черным. Спасибо, пас. Спасибо. Мы переходим на переголосование. На переголосование у нас 6-4. Голосуем в порядке 6-4. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Спасибо, принято. 3 голоса. Поставьте руки, кто не голосовал. Игрок номер 4 получает 3 голоса. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? 4 голоса принято. Игрок номер 6, ваша крайняя. Блин, забыла же руку поставить за собственную порядку. Вот это, пожалуй, единственная тупость, которую я сейчас допустила. Игрок номер 4, правильно говорить, сейчас стану черный с красным. Я обожаю вставать с черными игроками. Я свои позиции уже озвучила. Вы молодцы, что правильно попилили. И да, попил в таких случаях надо повторять, мало ли что. Ну да, Мирабель серьезный игрок, да, Сникер серьезный игрок, да, солнышко куролесит, но она умеет быть серьезной, когда надо. Но напоминать надо, потому что этот попил критически для игры. Внимательность нужна. Поэтому спасибо. Кто черный? Я встаю с ним. Спасибо вас. Всем прощаемся с игроком. Игрок номер 4, ваша крайняя. Мне, конечно, понравилось вот это вот. Мирабель серьезный игрок, солнышко хоть куролесит серьезный. Но в том плане, что не нужно вот... Для таких не нужно попил повторять. Но меня не назвали. Получается, для таких, как я, нужно попил повторять. То есть меня записали в идиоты. Я даже не знаю. Но я также, вот как игрок номер 6 сказала, я обожаю... Сейчас встает красный с черным, так и я объявляю, что сейчас встает красный с черным. Спасибо, пас. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. И я объявляю победу города. Мафией были игроки 2, 4, 10. Шериф, игрок номер 1. Офигеть. Игрок номер 6, который сказал... Что за два черных?
Игрок номер 6, который сказал, что надо быть внимательным, и сама не поставила руку за подъем. Она поставила руку за подъем, когда мог остаться за столом, отстрелить одного из игроков. И потом бы шестерку снесли просто всеми руками, потому что она же сама не захотела вставать. Капец, капец. Это было что-то. Плюс 2, 10, 5, 4. Я говорю, что за бред?